столице Германии, Мюнхене, с 8 по 10 октября прошло первенство Европы по гребле среди спортсменов до 19 лет, участвовали в котором представители 27 стран, включая Россию. Нашу область на турнире представляли сразу три спортсмена. Михаил Питгаец и Даниил Куренев в заездах четверок с рулевыми и Даниил Смирнов в заезде восьмерок с рулевым. Обе команды без проблем преодолели отборочные заезды и квалифицировались в финал. Категории заездов разные, но результаты одинаковые. Наши земляки помогли завоевать своим командам серебряные медали. Поздравляем парней с этими достижениями и желаем не останавливаться на достигнутом. Впереди новые победы!